Доброе утро! Всем, друзья, доброе утро! Этот ролик – продолжение предыдущего ролика. В предыдущем ролике я вам показывала вот это платье болотного цвета. Мы с вами его разбирали. Я показывала вам образы, которые у меня сложились в голове, ну и в процессе съемок. Ну а вот в этом ролике мы с вами будем разбирать платье другого цвета, но того же бренда. Еще одна моя покупка, которой я очень рада. У меня никогда не было кроссовок вот такой модели. Я показывала во влоге, я ездила в Спицы, в Зару был шопинг-блог. И мимо пробегая уже, я торопилась в город на встречу с Борисом Барским, творческую встречу. То я чисто, вот знаете, забежала в Хёгел. И кроссовки, они очень легкие. Они вот здесь широкие, у меня широкая нога, и довольно сложно найти хорошую обувь, чтобы она была легкая, и чтобы она сразу, вот сразу, не нужно было разнашивать. И это вот как раз эти. Сначала я померила бежевые, я подумала, что у меня много что есть бежевого, а потом я увидела вот эти. Здесь идет черным, то есть это не темно-синяя, а черная. Сеточка, вот такая подошва, и они очень-очень легкие, и они больше мерят. Ну и в этом ролике с этим белым платьем я буду использовать абсолютно всю обувь, которую я вам показываю сейчас, и которую я собрала для этого ролика и для этих образов. Также в сегодняшних образах я специально приготовила здесь бижутерию. Сегодня я ее прямо, знаете, вот обдумала. Потому что обычно, когда я начинаю снимать ролик о примерках, о покупках, я вообще, знаете, не заморачиваюсь с бижутерией. И второе платье. Абсолютно одинаковый размер. Одинаковая модель, как и болотного цвета. Единственный цвет. Цвет молока, цвет не белый. Если вот рядышком положить чисто белый цвет, то это цвет молока. И, конечно же, я не могла выбрать просто, какой из них я хочу купить. И подумала, ну что, собственно говоря, а вот давай вот гульнем, Лена. Гулять так гулять. И я купила их оба эти платья. На самом деле, знаете, очень удивительно, и я не понимаю, в чем суть. Платье абсолютно одного размера, что болотного цвета, small S-ка, что вот этого молочного цвета, тот же размер. Но почему-то белое платье выглядит на мне длиннее и сидит как-то, на мой взгляд, интереснее. Скажите мне, это, возможно, влияет цвет? Но вот я крайне удивлена была. Когда я померила вот это платье и болотного платья цвета, то мне, и даже не из-за цвета, но как сидит, мне понравилось больше вот это. Ну и вы знаете, с этим платьем я реально просто разгулялась. Я вытащила все свои сумки. Я вытащила накануне, приготовила, как я уже вам сказала, бижутерию. Бижутерию я подбирала под сумки, старалась. И на шею, и браслеты. То есть, ну вот просто, знаете, если внимательно посмотреть, то с одним платьем безумное количество, наверное, 5 или 6 вариантов именно бижутерии и сумок. И вот мне лично очень нравятся здесь оба варианта. И стиль боха, вот с плетеной сумкой, я там уже, знаете, изгалялась, и с крупным украшением, и браслеты на руку, и также в правом окошке, где я применила янтарь вместе с украшением белым, которое я сама пересобирала, и с этой сумкой, которую я собиралась расхламить. А теперь я уже не знаю, что делать, расхламлять или оставить. То есть я с этим платьем просто, знаете, вот, ну,
Я давно так не играла именно с бижутерией. И мне очень нравится вот этот образ. Я одела вот эти очень-очень красивые трехрядные бусы вместе с красной сумкой от Toscana Bags. И также вот показываю вам сумка Cochinelli и украшение брошь лисичка. Я, кстати, оба украшения маркированы. Но только я, знаете, поленилась посмотреть, что за бренд. Также я купила сумку, вот эту черную, плетеную. В общем-то, я купила эту сумку для другого образа, но решила вам показать. Украшения я надела от Пиджимурана, такие, знаете, грушевидные, потому что там маленькая бусинка черного цвета. И я подумала, что с этим белым платьем тоже будет замечательно такая сумка черного цвета и с вот этим крупным очень украшением от Пиджимурана. И еще в этом образе я обула новые кроссовки. Они достаточно такие массивные выглядят с этим платьем. Но вместе с этой сумкой и с массивным украшением я подумала, что будет хорошо. Ну и я, знаете, не стала заморачиваться, а надела на этот образ то, что вам показывала, белое платье в стиле боха, массивные кроссовки черно-белые. Я надела джинсовую куртку. Мне этот образ очень нравится. Сумку я взяла Фурла, которую купила в прошлом году в Стокмане. И надела от Гивен украшение. Такой, знаете, унисекс на цепочке. Этот образ мне очень нравится. Я обязательно его буду применять. Ну и тут, знаете, я уже стала играть просто с сумками. Взяла одну сумку, взяла другую сумку, решила показать вам, что лучше. Мне нравятся все сумки, которые я вам показываю. И также вообще мне нравится этот образ. Белое платье, кроссовки от Хёгел и худи. Худи длинное, черное. Купила я в прошлом году его в секонд-хенде, не помню за сколько, но за небольшие деньги. Сумку взяла вот эту винтажную под стиль хиппи. Ну, относительно, наверное, стиль хиппи. И мне этот образ очень нравится. Он очень стильный и очень спортивный. Единственное, что мне не нравится, это длина этого худи. Платье из-под него виден только краешек. Ну и я, знаете, подумала, ну почему бы и нет? Почему бы не переделать это худи под платье? Я подумала, что не нужно откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. И я решила, почему бы и нет? Почему бы не обрезать худи и посмотреть? Может быть, их даже не подворачивать, а оставить так, как подрезанное. Ну, опять-таки, что тут с тканью будет. Ну, а если нет, можно подрезать еще. Либо уже самой вручную подшить. Тут, знаете, черный цвет. И никто даже не догадается, что я обрезала. Или можно еще подрезать, чтобы было еще короче. В общем, кстати, кто помнит, может быть, я не знаю, скажите, пожалуйста, помните ли вы на заре моей ютубовской жизни однажды я из платья джинсового превращала его в жилет. Мне тогда написали столько, знаете, удивления, как бы, «Лена, зачем вы такую хорошую вещь портите?» Но это всего лишь вещь, это во-первых, а во-вторых, она куплена в секонд-хенде за очень небольшие деньги, и можно с этой одеждой экспериментировать, так же, как с этим худи, например. Я не помню, за сколько я это купила худи черное, но я его использовала весной, очень даже активно, ну, а тут подумала, знаете, ну, испорчу, куплю другой, но не за большие же деньги. Поэтому мне совсем экспериментировать не жалко вещь портить. А может быть, я даже ее улучшу. Идет неровно, ну, то есть модель сама по себе.
Поэтому я буду стараться на глазок резать, чтобы это было ровно. Ну, то есть так же будет. В общем, ладно. Много я говорю, друзья. Давайте будем резать. Можно было, конечно, мылом отметить что-нибудь. Ну, я, знаете, такая, скажем, нетерпеливая. Поэтому как получится, так получится. Зато, друзья, зато вы будете знать, как можно что-то сделать или наоборот испортить. Это вам будет, как сказать, это вам будет опыт через меня. Так, впереди я уже отрезала. Немножко здесь, знаете, получилось кривовато. Но, в принципе, это не страшно. Если мне понравится результат, то можно просто отвезти Тане очередной раз. Я к ним в конце месяца записана к Анжеле на стрижку. То тогда я просто отвезу Тане, и она подошьет подол. Если, конечно, нужно. Что-то мне подсказывает, что это я могу сделать, если что, сама. Ну, по-моему, получилось идеально. И вот я вам показываю, кусочек остался. Я не буду его выбрасывать, кстати. Может быть, он пригодится для чего-нибудь. Для чего-нибудь другого. Вы знаете, вот, без преувеличения могу вам сказать, что мне очень нравится этот образ. Я взяла опять сумку Фурлу. Она под этот образ, мне кажется, более интересно выглядит. И также я надела украшение очень крупное от Пиджей Мурана. Такие, знаете, вот очень крупные. Там еще есть серьги, но я уже решила, знаете. В общем, надела, обрезала я, видите, это худи. И вы знаете, я вот не знаю, скажите мне, пожалуйста. Может быть, его надо было еще короче обрезать? Как вы думаете? Вот мне почему-то кажется, что вполне достаточно. Я могу потом это использовать и под платье, и также под что-то другое. Это черное худи. Ну, то есть, как вы считаете, правильно я обрезала или нет? Ну и так же, как с болотного цвета платьем в предыдущем ролике, я также надела с этим платьем жилет вязаный длинный от Гэри Вебер. Кто меня смотрит, тот знает, что у меня два комплекта от Гэри Вебер, одинаковых тоже. Болотного цвета и вот такого песочного. И здесь я опять-таки играю с сумками, с украшениями. В одном, как вы видите, в левом окошке янтарь. В правом окошке у меня там жемчуг. Два варианта. Нитка жемчуга винтажная. И украшение от Пиджей Мурана тоже. И мне все это очень нравится. Единственное, что как-то вот жилет, знаете, можно было бы все-таки покороче. И что я вам могу сказать, друзья? Я этот жилет и также эту вязаную сумку, которую я купила в секонд-хенде, я хотела раскламить, но вовремя остановилась. И также эту джинсовую белую куртку, которую я когда-то купила пару лет назад, до пандемии в Петербурге, в Юникло, это куртка из Юникло, джинсовая. Я хотела сделать из нее жилет, обрезать рукава. И я теперь понимаю, что, ну, иногда, наверное, нужно не переделывать что-то и что-то не выбрасывать. Потому что, посмотрите, на мой взгляд, именно с этим платьем этот жилет очень хорошо. Потому что, когда я вам его показывала, жилет хотела расхламлять, у него немножечко, знаете, там рукава как-то некрасиво, он какой-то длинный, как подстреленный.
Но с платьем этим, да с этой сумкой, получилось, по-моему, на мой взгляд, очень замечательно. И вот прохладную погоду будет очень здорово. Еще один образ, который мне очень-очень нравится. Это не моя идея. Я случайно увидела эту идею в Инстаграм. Ну что я вам могу сказать? Очень неожиданное решение. Белое платье в стиле боха и белая футболка, абсолютно спортивная. И знаете, вот этот образ, он ну просто супер. На мой взгляд, он настолько классный. Единственное, что если использовать на платье боха, да и не только. Я подсмотрела в Инстаграме, там была футболка на гипюровую юбку. И настолько это было, знаете, удивительное сочетание, что я просто была в восторге. Ну и, конечно же, я добавила джинсовую белую куртку, на ноги обула, сказала вам или нет, спортивные кроссовки от Hugel. Вот эта джинсовая куртка чем хороша? Тем, что у нее широкие рукава, пройма, и она не сдерживает движения. И этот образ, здесь футболку можно подвернуть, чтобы она была покороче, мне очень-очень нравится. Но вот скажите мне, вы бы догадались надеть на платье футболку спортивную, однотонную? Вот еще сказала вам я или нет, эта футболка должна быть очень плотная. Такая, знаете, тоненькая здесь ну никак не подойдет. Футболка должна держать форму. Вот что я поняла. Ну и вот я немножечко, видите, удлинила ее. Чуть-чуть по-другому стала смотреться. Надела, кстати, тоже два таких очень интересных украшения. И ну вот показываю вам. Я не знаю, что тут еще говорить. Мне просто интересно ваше мнение. Скажите, пожалуйста. И здесь, кстати, очень хорошо сочетается с цветом платья, сочетается вот эта спортивная обувь от Ara по цвету платья. И также по модели. Не такое более спортивное, как кроссовки, но все равно очень хорошо сочетается. Ну вот, не знаю, что скажете, друзья, ваше мнение. Вот именно как образ, как сочетание. Подходит мне или нет, это уже другое дело. А именно, я предлагаю вам сочетание моделей, цветов и вообще вот всего этого разнообразия. И также я добавила красную сумку. Мне она тоже нравится. Именно вот с этим спортивным образом. У сумки широкий ремень, и она не выглядит гламурно, а она как раз тоже выглядит спортивно. Ну, а это я, друзья, вам ставила из ТикТока. Уже этот рилс я выставила несколько дней назад и на Инстаграм, и в ТикТок. Поэтому подписывайтесь, друзья. Вы будете раньше, чем на Ютубе, быть в курсе дел. Друзья, я показала вам все образы, которые сложились в моей голове. Когда я покупала эти два платья, у меня в голове уже складывались отдельные образы, с которыми я была уверена. И сейчас я 100% уверена, что какие-то образы я точно внедрю в свой гардероб. Какие-то образы мне понравились, какие-то нет. Мне понравилось очень с футболкой образ. И я обязательно его внедрю в свой гардероб. Это очень стильно, и это тренд сезона. Ну, я так поняла, скажите мне, пожалуйста. Так что спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Обязательно пишите свое мнение. И, друзья, обязательно подписывайтесь на мои социальные сети. Я сейчас очень стараюсь в Инстаграм. Я снимаю рилсы, я учусь. У меня очень много занимает времени просмотр обучающих роликов. Безумное количество. Я вчера целый день монтировала только два рилса. Смонтировала. И то на YouTube-канал, на этот основной. Шорты сделала. А шорты по 30 секунд. А материала по полтора часа мы снимала. И вы весь день, представляете? И сколько я перелопачу информации. Мне это сейчас очень интересно. Поэтому, друзья, все ссылки в описании. В первом закрепленном комментарии. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я выкладываю
анонсы каких-то роликов. Там есть очень красивый шортс, рилс, который я сняла и им горжусь. Это мой первый блин кому. Но, возможно, кстати, я в каком-то влоге поставлю, кто не может или не хочет подписываться на Инстаграм или Телеграм, я обязательно в каком-нибудь влоге вставлю вам концовочку. Этот рилс, который я сняла, но это вот, я говорю, мой первый блин кому. Все, спасибо вам большое за просмотр, спасибо вам за компанию. Жду вас комментарии, дизлайки, лайки. Все, спасибо вам, хорошего вам настроения, мира и добра. Всем пока.